Сегодня 5 июня, да? 5 июня. Вот наш вечерний сбор. Собирались с Андреем вдвоем. Раз, два и три. Три ящика. Три ящика клубники. Короче, этот 9 килограмм, этот 8 с чем-то, этот 8 с чем-то. Все вместе набрали 25 килограмм клубники сегодня. Представляете? Вообще... 25 килограмм. Итого 81 плюс 25. 106 килограмм мы уже набрали на своей плантации. Ну что, опять у вас вопросы будут, да? Что мы будем делать? Сегодня один ящичек Анечки отвезли в Белореченск, мама. Сейчас вот мама приехала к нам в бане моется. Возьмут ящичек себе. Ну, остальное я буду опять перерабатывать до позднего вечера. Ну, ягода шикарная. Ну, в смысле, шикарную мы берем только шикарную ягоду. Всю плохую мы выкидываем в курятник. Завтра вам расскажем, надеюсь, какие у нас появились проблемы. Ну, они нас не напугали, да? Мы и так устали собирать. Они нас, конечно, не пугают. Заготовок у нас уже полно. Шикарная. Кто-то говорил, что у нас в этом году ягода мелкая. Да вы что? Такая же ягода шикарная. И вот вообще просто довольны мы урожаем, несмотря на сложности. Завтра, надеюсь, расскажу, какие у нас сложности. Так что вот, всем доброго вечера.